мало кислорода, так что. Да похеру, блин. Но мы здесь зато это. там еще какой-то. А это бурдозер, так что. Возле бурдозера постоишь и все. Множество бисмара. О, усиленная тактика киркой, да, я думаю, не нужно. Кем играть? Развитка или. Нет, я, наверное, буду играть инжом. Все, буду инжом. Потому что если будут какие-то труднодоступные места с бисмаром, я удавлюсь. А я разведчиком хочу сыграть. Окей. Пивч. Пивч, усиленная атака киркой быстрее перезаряжается. Надо нам такое? Я не стал сейчас брать. Ладно. Я готов. Да. Не буду сбегать. Ой, блять, вот это поставлю. Короче, смысла твои враги. И будет избегать хождения по пене. Пене. Так. Всё. Урон. Вот еще урон кинуть. Aerodynamic. I like it. This is getting better and better. This fits well. Ой, у меня даже не покрашено ничем. Недопущение. Ну, он типа настолько офигенный, настолько я им так часто этим дерьмом пользовалась, что. Бисмар, мой бисмар. Ух ты. Красивая броня. Спасибо. Очень. И прическа красивая. Я с ней уже... Как бы и ходил все время, пока играл разведчиком. Да? Я просто уже 100 лет разведчиком не играл, да. Поэтому ты уже забыл, как он выглядит. Да. Блин, мой разведчик, наверное, не поменяется еще очень... Не скоро. Ой, еще очень долго. У него заячьи уши, которые бултыхаются. Это очень весело. Твои усы, конечно. А, блин, слабая гравитация. Еще не забывай кислород. Так, как играть? У меня что, ушко автоматическое стало? По какой-то причине. Я теперь удерживаю кнопку, и оно просто стреляет. Это оверклок какой-нибудь накинуло? Нет, вроде бы это не оверклок. Я просто что-то поставила. А где мой бисмар обещанный? А
Ага, блин, надо этому... Кислород. Блядь, такая незабываемая, первая же забыла. Ага, да я тоже, пока не услышал. А куда? Да вот. Ну, либо к нему, да, к бурдозеру. Так. Да, мне надо золото докопать. Тебе золото, а мне нитро. А чё свет не включаешь здесь? Я забыл. Я просто забыл. Туда сходить можно? Да, ну здесь. Так. Там ничего. Блин, эту лапу. Бегу к тебе. Ой, мне засекотит час до смерти. Сейчас. Ага, спасибо. Я такой лап... Кислород? Да, сейчас моль придет. Ну? Он еще сверху. Ага, оставь. Мне обещали здесь кучу бисмара. А вон еще. И золото. Пойду с тобой здесь копать. Инженер в тиме и низкая гравитация. Что может быть лучше для разведчика? Угу. Все, по-моему, мы здесь вообще все выкопали. Да. Включаю, да? Да, включай, я рядом. А, я теперь не могу залезть на него. Drilldozer moving. Try to keep up and guard it with your life. On your toes, guys. Escort duty is on. Можно, короче, знаешь, по приколу дальше туда пробиться было. Вон туда. Самим? Да. Пешком. Пиздец. Блин, мы вертикально едем. Как ты могла упасть? Ну вот он меня скинул из-за того, что он вертикально ехал. Я стою на краю, видишь где? Вижу, ну вот меня скинул, блядь. Много бисмара, я ни одного не вижу. Да, может, где-нибудь будет.
Бисмар, В. Пипец, от меня эти шипы вокруг. Так, я заправляю здесь как? Ладно, давай вместе заправим. Быстренько здесь. Нифига себе. Чего? Нашел этот большой зеленый ездок. Он разве не нашиб? Да, он по шипам шел и такой бэ. Или это ты его выстрелил? Да вот я как раз его в этот момент тоже выстрелил. А, ну значит, наверное, это ты. Но выглядело, как будто он от шипа сдох. Можно я не буду заправлять? Не хочу. Ладно. Нитру ковыряю. Угу. Ой-ой-ой. Что-то успеет колымага прийти. Наверное, нет. Ладно. Подождем. Где ты, мразь? Бежит туда к тебе. Я заправил. Можно ехать. Можно ехать, все остальное на обратном пути соберем. Угу. Ну, еще раз потом пойдемся. По кривому как. We got a big horde of enemies approaching the drill dozer. Defend it or die trying. Дерьмо.
Что такое? Да. Странно у меня стало. О, еще раз. Ну ладно, сейчас я быстро заправлю. А, это потому что длина 3. Угу. Так, 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 так. Кто-то нападает. Хочет меня украсть кто-то. Сообразим, кто это. Вот она. Все, убила пиявку. Пиявка приперная была. Хотела нас украсть. Да, нехорошая пиявка. Одна есть. Я там подставила сверху это для нитра. Ага, видел. Смотришь. О, все, с одной заправил, представляешь? Одной без. Я ни разу в жизни у меня не получалось с одной штуки заправить обе. Или одну хотя бы. Шипы ломают ее. А, шипы? Угу. Я думал, кто ломает шипы. Я вот тоже думал. Да, да, ты не торопись сюда. Эту штуку, блин, кто же ломает-то? Я думаю... Хотел застилить у меня? Я тебя не видел там. Ну, то есть я увидел только, когда уже пульнул эту. Все, поехали. Да, поехали. Блин, теперь так неудобно. Он, короче, ну, за один выстрел, получается, он несколько делает. То есть за одно нажатие. Несколько выстрелов, да? Да. То есть к этому надо... Это очень удобно, но к этому надо привыкнуть после того, как... Сама контролировала. Да. Почему турели сами могут сложиться, но сами разобраться не могут? Тьфу, да, да, все правильно. Короче, разложиться сами не могут. Ну, типа, мне нужно это делать. А вот складываться они могут сами. Игровая условность. Ну, я в рамках лора, а не и геймплея. Я думаю, в рамках лора-то могут. Не, да. Ничего себе, он у тебя там. Веселуха, да? Этот начальный дробовик. Я просто не знаю, что я ему поставила, но это не... как его? Не оверклок. Он может один раз стрелять по нажатию, но... Ну... Да? Так, вот, куда-то уехал. Подожди, меня тоже потерял. Да не, мне кажется, это не очень удобно. Бисмар множество. Сука, ни одного бисмара, блядь, не встретилось. Я не понимаю прикол.
Нажимаю? Да. Тут долго копает. Один убийц, Мародин единственный, блядь. Капец. Летай сразу забить нам. Вон сверху. Extraction at 75%, almost there. Сломаю столбы, не бойся. Mm? Я сломаю столбы, не бойся. Не, я не боюсь. Нам даже если сломает одно, ничего не будет. Сломал Бисмар, да? Да, наверху, который, да, что попало. Мне кажется, он единственный на локации был.
Еще один. Скажи еще раз, и еще раз появится. Бисмар, Бисмар! Бисмар, приде. Порядок в душу Ксюши наведе. О, весь зеленка. Полезная зеленка. Ладно. Ну, Бисмар, опожи. Так, куда она там пошла? Вообще ничего нету. Все встали. Так, здесь... Ну, Бисмара? Здесь, по-моему, все. В соседнюю локацию. Всего лишь 21 Бисмар. Он позвала, да? Да. Да, здесь вообще нет. Походу, это два кусочка были. Наверху там нету ничего. Здесь тоже ничего нет. Да я все, мне кажется, здесь полностью пустая лока. И можно нажимать кнопку. Думаю, нажимай. Нажимай? Ага. Хорошо. Сейчас разгружусь. Угу. Жаль, нет индикатора, типа сколько процентов локи зачищено. Знаешь, там 90, значит, где-то оставшиеся 10, какого, ну, что-то, что можно поковырять. Это мы идем назад. Ядру? Нет. Начинали. Угу. Вот ядру. Я здесь нужен не особо было. Так, у меня кончились эти. Светогранаты.
Иду. Подтягивается на это. На этот 100 метров вверх. Подкидывает сам себя. Дун-дун. Одну надо миссию. Выполнится один из БПшек. А сколько у тебя? А, у тебя 3. Да, как и у тебя. Акварки, фу! Ладно, не фу. Вот шелад. Ой, ледяная пустошь. Ледяная пустошь, миллиард акварков. Элитные угрозы, смертельные враги. Офигеть, дредноут 3-3. Мне кажется, за вот это мы получили бы 1 миллиард опыта. Ну, не получим, потому что у нас не туда. Уран в кирке увеличен, надо? Да нет, наверное, думаю. Здесь особо-то. Я, наверное, опять за разведчик сыграю. Вот бы заражение. Режим заражения. Что такое режим заражения? Это когда надо будет шипы. Отписать. Режим, это прям режим. Ну я поняла. То есть это прям режим. Вот, мне, короче, еще одну такую надо сделать, чтобы сделался БП. Так, я, короче, все скины открыл. А это, короче, походу, оверклок такой. Увеличил того. Искра стрельности. А, значительно увеличил. А, нет, это не оверклок. Это последняя обилка. Она либо дает выстрел по турели, вызывает перегрузку, либо полностью автоматически с увеличенной скорострельностью. А у тебя еще плюс. А, все точно. И у тебя еще оверклок, который увеличивает скорострельность. Поэтому у тебя он как поэтому пулемет да. Строчит. Да. Я просто... Я не помню, тут ты сказала, что это стандартное, а я такое помню, что у меня вроде да, такое есть, но не так, как у тебя прям, и все. Да, это ужас какой-то. Я, наверное, лучше емкость магазина возьму, потому что у меня, типа, мне такая огромная скорострельность, ну, немножко мешает. Да, я, наверное, возьму емкость магазина. Это будет 10. А, у тебя еще предыдущие на скорострельность, да? Да, еще одна на скорострельность, то есть я... У меня была, короче, скорострельность, угу. Получается 4,5. Нет, подожди. 5,5. А я возьму, ну, короче, на единичку поменьше. То есть это будет чуть-чуть по... Интересно, 5,5 это в секунду выстрелов? Наверное. Ну, я не знаю, здесь написано скорострельность. Просто 5, типа... ну, просто скорострельность, я понял. Блин, пипец, мне, короче, для М1000 не хватило всего лишь 200 опыта. Ой, блядь, с ней так противно. Я сейчас сыграла и переблевалась. Вот. Ну-ка. Ладно. А это опыт какой? Персонажный? Да, обыкновенный опыт. Это 50 тысяч опыта надо, офигеть. Ну да, 5к так условно. А мы получаем, ну, по 10 плюс-минус округлить. Ну да, заглы. А, это зови.
Так, ой, ладно, поехали. Ходи. Как здесь? Обнаруженные минералы. Блин, не написано. Магнит и магнетит. Не успела посмотреть, много их там. Потом мне про бисмар тоже написали. Охренеть, как много просто бисмара. Мне кажется, этого... Два куска. Хитрые. А, кстати, второго минерала там один кусок лежал. Блин, в... Это нужно идти на миссии, знаешь, где очень много минералов, по типу... вот, где Маркит, там, по-моему, много минералов. Здравствуйте. Я теперь собрал. Где база? Она не прилетела. Кто? А, о, смотри, смотри. Что? Чел. А, как его? Золотой? Старатель. Не, не золотой. Старатель. Блять, меня сейчас убьют нахер. Это который сейчас себя щитом покроет и пизданет. Так, подожди, меня очень убивает. Меня тоже, кстати. Но здесь еще и золотой этот крест. Да? Да. Пиздец. Так. Какая жесть. Как что происходит? Давай. Сматываюсь, потому что есть... Сматывайся, да, потому что здесь жесть какая-то. Выгрузили, блин. Блядь. Старатель. Он, короче, свалил куда-то. За ним теперь нужно... Его бьют таретки базовые. А где он? Он возле базы. О! Наш! Наш! Наш родненький, давай. Скрываю. Все. Вскрыла чем? Ага. Правда, блин, жесть какая-то, сейчас уронят. Я не хочу падать. Мне тут нравится. Здесь модификаторов никаких не было. Не было. Да что-то какая-то дичь. А куда старатель улетел? Все? Мы это остались без старателя? Его, возможно, база убила. Не, вряд ли. Ладно. Ладно, нам еще этого, подожди, ты сейчас копаешь акварки, давай убьем еще. А где он? Он возле базы ходил. Ходил. А да. База где? И не... А вон он ходит. Сейчас. А, вижу. А, и вот старатель. Пипец, блядь, все собрались. А, вон он, вижу. Все, старателя убили. Так, блин, теперь, короче, а там где-то все валяется. Все. А да вот ладно, теперь грёз. Он как раз, слушай, там... Или это... Как раз уходит там, где, по идее, удобно. Вот еще. Где его убивать будем? У нас... Или пофигу? Да пофиг, наверное, потому что у нас... Ну да. Единственное, только, может быть, поближе к базе. Поближе к базе? Да, окей. А, так, база наверху. Нужно наверх залезть. Так, давай, он уйдет к тебе. А! Блин, как залезть-то? А-а-а-а, сука, блядь! Ой, потолок. Ну, либо, на самом деле, тогда забьем, я тогда перетаскаю так. А-а-а, блин, это оружие. Бля, как отсюда выбраться-то? Ой, блядь, карта говна ебаного. О, еще здесь вот это. Пиздец. Все, блядь, здесь. Сейчас, может, он пониже спустится его. Ну,
что он там? Короче, здесь его убиваем. Да, давай. Все. Здесь бочки таскать надо. Будем прямо сейчас. Все, подожди. Я там магнитик подобрала. Боже мой, они не дают вообще 2 секунды покоя. Ты четверку поставил? Нет, это тройка, ты чё? Мне... Я даже сахара не могу найти себе. У меня, блин, 1 хп. Меня только берсерк немного спасает. А ты, блядь, меня сейчас убьют. Меня убили, блядь, ну, сука, блядь, я прям... Сейчас, подожди, а что это у тебя там? Да я сахар этот ебучий копал. Нажми, взорви там. О. Ну, ты сейчас тоже сдохнешь. Почему? Потому что я так сказала. Нет, слушай, я тебя не послушаю. Не просто нахуй не дали, блядь, мне сахар этот ёбаный накопать. Так, все переполнено. Я тогда... Тогда. Пойду пока подолблю золото это. Я кварк пособираю. Ладно. Блять, они все просто в одну секунду пришли. И сейчас будет тишина в половину игры. Короче, нихуя никто не придет, блять. Типикал. Блять, дебильство. Я забыла, что я хотела делать. А, кварки искать. Внутри такая стена. Что там было? Ничего. Ненавижу эту локацию, вонючую. Говно, говно, ебаное. И как я отсюда, блядь, должна это вытащить?
Давай сверху япу вытаскиваю. Нет, я не про сверху, блядь. Я снизу выкопала и сижу, блядь, в какой-то манде сраной. И как я должна отсюда вытащить вонючий акварк? Наверх перетащить его к базе. Я проход выкопал бы. Я не... Блядь, мне впадло. Вот выкап. Ты чё, блядь, бурильщик, что ли? Чё, блин, не дворф, что ли? Я не бурильщик. If you don't rock and stone, you ain't coming home. My bag is full. That's it. Bag's full. Где-то процентов на 70 уже выдолбил все. Да, блядь! Хорошо. Ставлю эту подмогу вонючую. Ставь себе там. Да я возле базы. Mm-hmm. Так, они походу туда к тебе идут все. Белый, блядь, у нас два персонажа играет. Можно не только, блядь, все к одному кидать. Алло, тупая ты игра. Вот такие игры. Кто тут имба? Никто. Здесь все бомжи вонючие. Кривозубые крестьяне. Вроде все. Где мой аквар? Который ты притащила? Нет, а вон вижу. Второй, который я тащила. Вышла. Ты там сейчас все 7 акварков притащишь, блин, я только это золото, блин, таскать начну. Да и ладно. Ты же должен за этим грезом подчистить все. Выглядит как выбирание. Так, все выковырял. Угу. Начинаю таскать. Нет, ты уже 4 даже потащила. Это немного. Все к этому времени перетащил. That guy in mission control. He really has a code.
lousy job. From A to D, skip it B and C. А надо сколько? 7? 7. Поставь вот там платформу потом. Это на базе? Ага. Спасибо. А то у нас не хватает. Боже. Что-то случится. Хорошее для нас. Смотри, желать плохого людям, ну, как бы, это плохо. Это понятное дело. Желать хорошее людям, это хорошо. Я желаю... Вот там, да, можешь тоже поставить? Да. Так. А чё, блядь? Чё? Я же его донесла. Что он здесь забыл? Наверное, мне показалось. Еще один пойду выкопаю недалеко. Балды много, а где все нитро? Я пока тогда шляпками еще займусь. Ого, ого! Что такое? Тут толпа такая выбежала, я аж испугался. В
Там их было, наверное, мало, но просто они именно прям такой толпой, ощущение, что прям там что. Ну, я видела, я же их убила. Так, ну золото. Знаешь, чего не хватает для, для полноты, скажем так, событийности? Что? Для этих метеоров. Кстати, давненько их не видели. Бочки будем взрывать? Тут где-то бочки были. Да, да, да. Правда, я не помню. Все, я кварки собрала. А, мне осталось только их собрать. Я, правда, не помню. А, где-то внизу были. Снизу, снизу. Я пойду найду. А, у нас, оказывается, не хватает для вызова. Класс. Я поэтому говорю, что здесь прям нитрина очень много. Я думаю, нам сейчас соберем нитро. А, вот вижу нитро. Сейчас попробую. Нам хватит на то, чтобы... Вот, нашла этот событие. Вон нитро. А, тебе сюда, короче, я туда не залезу. Угу. Сейчас я здесь соберу, я уже собираю. А вот еще нитро нашла. Ну, до хрена всего. В этом закутке. Блин, ночи. А, здесь весь этот куб надо дотащить еще. Да, точно, еще куб. Чуть-то я не забыл тоже. Угу, обидно было бы. Мы про него не вспомнили бы. Вспомнили! Дотащил куб и сделал шляпки. Отлично. О, и нит тоже сразу. Блин, короче, когда уже не особо нужен, уже все увидел. Так, ты где? Снизу. Угу. Можно возле события поставить? Да. Так, ставлю? Да. Чего? А, надо последнюю. Турели пополню. Угу.
отжимаю последний. Что здесь надо делать? Ну, прям рядом. Бочки кидать. Треугольник. Тут прям рядышком. Ну да. Даже может быть просто таскать ходить. Да. Коротки, я думаю, нас защитят. Так, сейчас, ладно. Я здесь просто что-то набежала. А, турели заканчиваются так быстро, охренеть. Все. Ладно, я пойду тогда бочки потаскаю. Угу. И не попала? Не-не, она, скажем так, упала, но взорвалась и все равно... Я последняя. Это сколько было? Не помню. Не увидела. Безупречный разгонный модуль. Очередной, блядь, на пулемет. Почему на одно дерьмо дают? Куб забрал? Да, куб забрал. Ну, все получается, что ли? Лойд is up. Да. Вот, можешь сразу поставить под Нитрой вот здесь? Ага. Сейчас. Броня оставить. Короче, как-то я там ставил. Угу. Если что, поставлю по новой. Угу, спасибо. Да, вроде вообще все вычистили. Здесь что-то есть, у вас как раз идет.
Наверное, можно. Короче, нажимаю. Угу, даже если что-то найдем, то в карманы понесем. Ой, сейчас я свои карманы раскрою. Там что ему осталось? Снизу. А, ладно. Ну и где? Полминуты. А, а я на секунду подумал, что это все время закончилось. Снежками кидаем. Ага. Вон, все, приехала, пошли. Подожди еще. Минус ноги. Еле 33 минуты. Нормально. Нет. Пугу я. Все выпил? Все выпил. Блин, я нет. Всего лишь 10600. Да нормально? У меня даже шип заражения где-то. Где-то. Nicely done, miner. Assignment completed.
Опять набор облика. Защитник морского дня. А это последнее это как раз и есть. Первое пустое, второе... Я имею в виду, что набор обликов для пушки уродские. А это третий. И третий ядро такое. Только для пушек получается? Ну, здесь три задания. За первое задание ты получаешь пустое ядро. За второе задание рандомное оружие. Ядро оружия. За третье это облик. Кирку или еженедельное приоритетное поручение? Ой, давай кирку. Кирку? Давай, чтобы она тут не висела. Не мозолила глаза. Well, hello, Mr. Fancy Pants. Так, плазменный карабин. Что интересного есть? Боезапас и скорость охлаждения. Ты, кстати, ходишь с этим, с охлаждением после перегрева, который восстанавливает боезапас у разведчика? Плазменный карабин. Да, это полное говно. Я просто помню, ты делал, тебе не попало. Полнейшее дерьмо. А потом поменял или нет? Я да, конечно, поменял. Чистая лощина, смалый бисер. Там как раз заражение. Бери быстрее. Ого. 3-3 дредноуты и заражение. Мне как раз нужно заражение сделать. А кем тогда мне играть? Уже кем угодно, на самом деле. Потому что